Ребята, всем привет! Нашел отличный сайт, это такой зарубежный букс, но на этом буксе платят вроде неплохие деньги. Давайте вместе с вами пройду регистрацию и посмотрим, может даже выполним парочку-троечку заданий, там посмотрим. Давайте пройдем регистрацию вместе. И выбираем нашу страну. Россия. Оп. Оп. Да, букс не букс, но платят, тем не менее, неплохо они. Поэтому, собственно, можно попробовать, я думаю. Name не подходит, говорит, да? Ну, давай вот так, 163. It's okay. Ну, поехали. Так, все. Сейчас мы переведем. Я в английском не особо силен. Письмо с подтверждением было отправлено на вашу почту. Сейчас проверим почту. На почте пока нет уведомлений. Вот. Копируем ссылку, потому что браузер по умолчанию у меня совершенно другой. Так, заходим сюда. Уже под своим логином. Так, ну вот мы попали в личный кабинет, я так понимаю. Здесь нам надо выбрать. Тут вот, собственно, смотрите. Выбираем самые дорогие задания. $5 за час 20, за час 30, за 7 минут $3.60, за 3 минуты $3, за 2 минуты $2.20. За 3 минуты 2.10, за 15 2, за 3 2. Ну, в общем, задания неплохие. И, ну, я думаю, гораздо приятнее выполнять такие задания, нежели те, что мы привыкли видеть на российских буксах. Но это, как вы видите, все USA, поэтому надо здесь под VPN-кой регистрироваться. Обязательно я покупаю на Авито NordVPN, там за копейки, что-то на 2 года там, или на 3 за 200 рублей беру себе и вообще не парюсь. Вот, ну, вы можете находить, где вам больше нравится. Так, сейчас я найду интернационал. Это вот как раз подходит нам. Ну, вот, к примеру, давайте посмотрим, что вот это за задание. Я сам еще не знаю, вместе с вами зашел сюда. Открываем его, переводим эту страницу. Это простая задача, вы легко и быстро заработаете $1. Запустите сеанс ГМО на вашем аккаунте, перейдите по ссылке, заполните форму, как указано ниже, имя, ваше имя, фамилия, название компании, владелец авторских прав и добавить представленный право Netflix, нажмите кнопку «Добавить», адрес электронной почты, страна, регион, определите, пишите защищенный авторским правом работы Netflix Elite, где мы можем увидеть авторизованный пример работы. Так, грубо говоря, нам надо сделать так же, как показано. То есть давайте сделаем сейчас снимок экрана. Вот так, три экрана, ну, на всякий случай. Нажимаем Submit, сделаем ему вот этот скриншот и вот этот скриншот. Ну и все, и можно отсылать доказательства. Копировать. Вставляем раз. У нас будет 5 скриншотов. Да, ребят, это очень как бы такой легкий способ заработать деньги в интернете. Я считаю, как бы надо пользоваться этим видом заработка. Потому что с деньгами сейчас не так легко, а заработать там те же 300-500 рублей за день, это, я считаю, отличная схема по заработку в интернете. Подтверждаю, что выполнил. Нажимаем «Подтверждаем». 80 центов. То есть, ну, задания достаточно хорошие, заданий там, смотрите, как много. Сайт очень, ну, очень-очень древний и очень, ну, хороший рейтинг у него, как бы он не кидает, ничего, выплачивает нормально, выплачивает через PayPal. Вот, все выплаты приходят, поэтому зарабатывать здесь можно, и, ну, можно заработать достаточно неплохие деньги относительно наших сайтов русских. Давайте тогда сделаем вот так. Здесь напишем YouTube, лайк, коммент, subscribe, все. Открываем в новой вкладке, то есть надо написать, вот, найти вот это видео, собственно. Call of Duty Warzone Android Download. Находим это видео его. Так, как он там выглядит? Зеленое, download плюс туториал. Ну вот оно, собственно, это видео. Заходим на это видео. Отследить, конечно, он никак не сможет, что мы его полностью посмотрели или нет, потому что, ну, нету таких метрик в YouTube, по крайней мере, я их не знаю. Ну давайте пока напишем комментарий. Поставили лайк, подписались. Ну и вот, собственно, досмотрели мы видео до конца.
делаем человеку скриншот, ну то есть оставляем комментарий, делаем ему скриншот полностью экрана, подписанный, лайк, комментарий. Переходим опять в этот сервис, выбираем наш скриншот, получаем ссылку и отправляем ссылку на проверку. Все по инструкции выполнили. За это нам дали 6 центов. 6 центов я сейчас посчитаю, скопировать адрес ссылки. Вставляем сюда. Я подтверждаю, что я выполнил это задание. Давайте посчитаем, сколько выходит у нас 6 центов сейчас. Калькулятор. Калькулятор. Смотрите, 78 рублей. Это за доллар умножить на 0,06 равно 4,68 за одно задание, ну, за один просмотр. Я думаю, что это достойные деньги, как бы, достаточно. Я не говорю, что здесь можно заработать миллионы, но, тем не менее, копеечку и неплохую здесь очень можно заработать. Тем более, если сделать это все под VPN-кой и делать вот эти, выполнять вот эти задания, то, я считаю, в день можно делать, ну, баксов 5-10 точно. А это 300-500 рублей как бы спокойно. Да и за дешевые, думаю, 10 видео посмотрел, 60 центов. Это на минуточку 60 рублей как бы. В общем, нормальные деньги можно зарабатывать. Продолжу я видео тогда, когда покажу, что мне вот здесь засчитали какие-то деньги. Поэтому не выключаемся, ребят. Ребят, ну и вот, собственно, результат. Получается, у меня 2 выполненных задания. Я уже не помню, сколько мне пришлось подождать. Так, давай сюда нажимайся. Собственно, вот результат, который мы с вами выполняли вместе. 1 доллар 6 центов. Это за 2 задания. За 1 доллар, за другой 6 центов. То есть все выполнимо, все нормально. Вот, одно задание за доллар, второе задание за 6 центов. Это просмотр на YouTube, лайк, там подписка была. А здесь мы выполнили какое-то там задание, я сам не особо понимал, что просто по инструкции сделал вместе с вами и получил вот эти деньги. Да, вывод здесь. Давайте сразу покажу про вывод. Для вывода отправьте по такому-то адресу ваш электронный адрес на сайте, то есть вот этот вот. Ваш электронный PayPal, да, выплаты здесь только на PayPal, на который вы хотите отправить платеж. И IP-адрес под последним логином. То есть вот этот вот IP-адрес. И все, и заказывайте вывод. Вывод будет с 20 до, ну, короче, до 2 суток. Что еще хотел сказать. Если вам понравилось это видео, во-первых, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И пишите в комментариях, если хотите еще подобный сайт. У меня есть еще на примете пару сайтов таких зарубежных. Может, я их сделаю в одном видео, может, в разные. Но суть в том, что все зависит от вашей активности. Если будет активность, я с радостью поделюсь с вами еще такими сайтами зарубежными. Ну все, ребят, до новых встреч. Пока-пока.